Ребяточки, вот показываю вам, на орехе сидят золотистые щурки. Видно, наверное, да? Вон, три штуки в одном месте полетело. Их здесь штук 30 крутится. У нас сегодня 28 мая. Около 9 утра, температура около плюс 20. Ну, пасмурно, холодно. Для нас это холодно. Плюс 20 это холодно, ребят. Это не Южный Урал, не Север России. У нас холодно, ребяточки. Ну, а щурки задолбали. Я уже не знаю, что с ними делать, хоть и жалко их красивые, конечно, они. Стрелять их же нельзя, на населенном пункте я же стрелять не буду. Но они выедают пчел капитально. Пчелы сидят, наверное, боятся щурок. Эти тоже. Никакого движения. Ребята, это плюс 20. Погода такая на дождь похожая. Дожди передают и сегодня. Вчера был, сегодня должен быть. Красота, конечно, яблочки будут в этом году, если что-то еще не помешает. Абрикос очень мало, ну, по штук 10 на каждое дерево. Ну, алычи море, конечно, но это такая зараза же, ей ничего не страшно. Я в сентябре прошлого года был в Крыму, ну и в этом году, надеюсь, если ничего не помешает, и привез миндаль. Видите, три штучки взошло. Ну, хотя я их 12 садил, всего три взошло миндалинки. Посмотрим, что будет с них, интересно. Вишень тоже будет полно. Это Валерий Чкалов. Яблоньки молоденькие. Уже плоды будут. Красавчики. Спасибо, Виталя Бибик с Людою. Воскотопка работает. Солнечная. Так хорошо. Обрезал всякую гадость. И она уже работает. Розы скоро-скоро. Уже бутончики, видите, красненькие. Виноград тоже капитально цветет вовсю. Ну, а это мой красавец, крыжовник. Шикарный. У горлицы уже маленькие. Прямо у меня под окном. Акация вся в цвету. Ну, а толку с того, если пчел на ней нет. Лох серебристый уже зацвел. Но опять же, толку с того, если погоды нету. И пчелки сидят. Это, ребята, лох серебристый. У нас называют его маслиной. Красавчик. Рядышком акация полную силу цветет. Такой цвет, ужас большой. А толку с этого покуда никакого. Зато шелковицы будет полно. Ой, я ее люблю. Это рядышком возле моего дома. Да, здесь с десяток деревьев. Это шелковица, ребята.
Ай, вы даже не представляете. Ну, те, кто не представляет. Те, кто представляет, то представляет. Красота, ребяточка. Ладно, ребяточки, буду заканчивать, а то я начинаю злоупотреблять вашим временем. Все красиво, все цветет, но не все мне нравится. Меду полно, поднять корпус невозможно. Глянула, качать и нечего. 2-3 рамки с корпуса, надо немножко подождать. Все, ребяточки, пока.